Вот такой вот действительно еще один интересный формат. Девочки, кого будем благодарить? Здравствуйте. Хотели бы поблагодарить Израильскую лигу смеха и в особенности Александра Рубина. А также хотим сказать большое спасибо нашим украинским друзьям за помощь и поддержку. А я хочу поблагодарить маму Владимира Зеленского за любезно предоставленного нам сына. Спасибо. От мамы, от меня. Спасибо. Удачи. Что происходит? Я мистер Бин. Что такого уникального вы сделали? Ну, мистер Бин, и что? Ну? Да ну как же? Ну я же только вышел с Мишкой, как у мистера Бина. Только что пил сивоха. Во-первых, сивоха кто только не пил. А во-вторых, у меня тоже есть Мишка. Да, Мишка? А мне нравится, как Гарик играет. Мишка согласен. Ну, у меня необычный Мишка. О! Ха, подумаешь, Сонечка... Мам, у тебя осталось 200 грамм, тебе на вечер не хватит. Гарик, идите, мы справимся без вас. Спасибо. Украина не едет на Евровидение к нам в Израиль. Но до нас эта информация дошла не сразу. Где-то в Тель-Авивском аэропорту. Не прилетит. Тоже не прилетят. Да не, ну вы что, нет. Нет. Не-а. Так что, никто не прилетит? Не прилетит. Вже прилетів. Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Михайлович Поплавський. Не права ти, Маруф, не права, що не пішла ти зі мною на побачення. Я приїхав в Ізраїль, і тут я порву вам усе Євробачення. Я вважаю, що на Євробачення від України повинен їхати саме я. Бо, по-перше, я точно знаю, чий Крим. І найголовніше, в мене вже давно не було концертів ні в Росії, ніде, крім Київського національного інституту культури і мистецтв. Гарик на Аткинсона похож, да? Да вообще не похож. Аткинсон, например, собирает дорогие автомобили, а потом их разбивает. О, мама, значит, ты уже наполовину Роуна Аткинсона.
Гарик, а что с вами? Вам плохо? Что? Да это же знаменитая роль Аткинсона. Джонни Инглиш. Гарик, Джонни Идиш. Мы из Израиля. Идите переодевайтесь. Все знают, что Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. Но главным проводником был совсем не он. Моша, я прошу тебя, не отставай от мамы, но... Почему опять ноги мокрые? Сколько раз тебе говорила, не ходи по воде, это не твое. Так, тут точно направо. Мама, ты то же самое говорила 40 лет назад. Я вообще не понимаю, почему мы ходим с тобой по пустыне и носим с собой этот бабушкин кувшин. Мы так от этой старой хрени никогда не избавимся. Прекрати называть бабушку старой хренью. Сын мой, я увидел угнетение народа моего и узнал о муках. Извините, а можно главного? Я главный. Нет, извините, а можно поговорить с самым главным? Ладно, мама... Это тебя. Да, я слушаю. Так, я перечитала эти ваши заповеди. Не прелюбодействуй, не укради, все, конечно, очень хорошо. Но почему нет? Ешь суп, надевай шапку. Как нет, сыночка? Ты что там вообще написала? Ну, там места больше не было. Так, и вообще, почему... Я так и знала. Все куплено. Все, сыночка, пойдем, я перевожу тебя в другую пустыню. Полный бардак тут. Ну как? А? Как? Хорошо? Гарик, вы даже Моисея не можете нормально сыграть. Да зачем вы нам вообще нужны? Ой, Гарик, не обращайте внимания. Просто моя мама считает, что она тут главная и вообще все за всех должна решать. А, так вот в чем дело. Спасибо, Сонечка. Хорошо, у меня для нее есть секретное оружие. Я скоро вернусь. По количеству поклонников Роуэн Аткинсона... Может сравниться лишь Стив Джобс. Команда «Я так и знала» представляет ноу-хау моей мамы. Сегодня мы сделали большой шаг вперед и представляем вам совершенно новый продукт. Ай-борщ. Также мы представляем ай-борщ С и ай-борщ Плюс. Новый ай-борщ. Новый ай-борщ снабжен дополнительными гаджетами. Чехол, стилус и пауэрбанк, с которым заряд держится дольше. И самое главное, теперь вам не нужен Touch ID. Революция на рынке Face ID. Покупайте. Покупайте наш продукт только в оригинальных магазинах продукции «Ай-борщ». Делайте правильный выбор. Сам ты мужик в женском платье, а я мать! На! Ну, я так и знала, Сонечка, ну! Я только что прибиралась в твоем шкафу, и что я там нашла? Айкос! Если тебе нужны деньги на нормальные, качественные наркотики, ты скажи, я помогу. Ого, такая мама мне нравится больше. А что происходит? Гарик, вы что, меня пародируете? Я не Гарик, я мама. Я мама. Хорошо, давайте посмотрим. Сонечка, какую маму ты хочешь? Хочу Гарика. Мама какая лучше? Тогда ты, конечно. Сонечка, а хочешь маму, с которой ты каждый вечер на кухне можешь хряпнуть по-братски по стаканчику? А чем я тебя тогда не устраивала? Я тебе разрешу сделать татуировку на всю спину. Как, поверх моего портрета? Я куплю тебе квартиру в центре Киева. А дальше? Я куплю тебе квартиру, машину и дачу. А! Мама! Сонечка, ну что такое опять? Ну где ты уже испачкалась, ну?
Гарик, не трогайте меня за грудь. Не кричи на мать. Пойдем, Сонечка. Так стой, стой, Гарик! Что? Так знаете что? Можете играть кого хотите, но не смейте отнимать у меня мою Сонечку. Ну, я так и знала. Ну, что такое, что случилось? Вы же прекрасная женщина, великолепная актриса, замечательный человек. Ну, вытрите слезки, ну. Мам, ну перестань. Ну, что перестань? Ну, что ты начинаешь, мам? Подождите! Да кого из вас мне выбрать? Сонечка, решай сама. Но помни, мать не та, что родила, а та, что рассмешила. Роуэн Аткинсон. Да он не говорил такого. Не кричите на тренера! С вами была команда «Я так и знала» и Гарик Бирча. Любите чужих родителей. Соня. Ладно, своих родителей. Мы с тобой